Страшная трагедия произошла в минувшие выходные в городском округе Тейково. Всю субботу более сотни человек, местные жители, пожарно-спасательный гарнизон и полицейские искали пропавшего 5-летнего мальчика. Он гулял на берегу реки Вязьма, пока его бабушка полоскала белье. В какой момент ребенок пропал из виду, женщина не заметила. Обнаружив, что мальчика нет рядом, она обратилась в правоохранительные органы. Прочесывание территории не увенчалось успехом. Было принято решение вызывать водолазов-спасателей из областного центра. К сожалению, ребенок был найден мертвым. Он утонул. Утром в 4 часа отсюда выехала маневренно-поисковая группа водолазов, которые с утра приступили к работе. И уже где-то в 9 часов 15 минут нашли тело мальчика в 80 метрах ниже по течению от того места, где бабушка полоскала белье, на середине реки, на глубине около 4 метров. Вот. Тело подняли и передали сотрудникам полиции.